Три машины протаранила пьяная женщина-водитель, пока парковалась. Авария произошла в 2 часа ночи на Юности. Пока 33-летняя красноярка пыталась пристроить свою машину, повреждения получили три иномарки – Toyota, Nissan и Mazda. Приехавший на место наряд ДПС выяснил, что она была пьяна. С женщиной также был ребенок, но в момент аварии он находился не в автомобиле.